смотрите, какая штука в зале есть. Типа верхняя часть такая свитшот, а нижняя... Да что ж такое, смотрите, происходит. А нижняя часть такая, как рубашка. А я сегодня вот такая. Уже тогда тут в Кастро уже кое-что прикупила была. Покажу вам позже. Смотрите, какой красивый, какая тужурочка. Замшевая красивая. Стоит недорого так. $120. 450 шекелей. Это кожа. Я даже не буду смотреть, с чего она сделана, потому что чувствуется, что это замша настоящая. Смотрите, какой кросс у нас идет в Заре прямо. Какой красивый, пушистый, какая попа, пушистый хвост. Красавец. Ну идет шопинг, вы же понимаете, надо же. Ой, Рут. Я, кстати, пришла за той курткой кожаной, вот такой металлизированной. Но я увидела, что она обдирается, вот эта металлизация сверху очень некрасивая, куртка внизу коричневая, не черная даже. И когда она обдерется, будет плохо. Какие мамские штаны, это 40-й размер. Ну, класс, я люблю такие, кстати, джинсы, которые мамфит. Я, кстати, сегодня планировала одеться пойти иначе. Видите, у меня там внизу полосатая кофта, этот свитшот, он как бы родился, потому что я вышла на улицу и обнаружила, что у нас дождь и похолодало. Ну, похолодало, на 2 градуса стало холоднее, поэтому пришлось срочно бежать домой и переодеваться. Не переодеваться, а просто нацепить первое, что попалось, а попался вот этот свитшот. Вроде неплохо, неплохо. Я очень люблю вот такие объемные джинсовые штуки, куртки там и все такое. Но единственная проблема, что когда оно вот с этой вот подкладкой, ты выглядишь как толстый медведь. И руки. Создается эффект, что это джинсовая куртка, но при этом у тебя какие-то огромные толстые руки. И поэтому вот, не знаю, дилемма. Но выглядит, конечно, оно круто. Смотрите, какие ботинки. Единственное, что мне не нравится, здесь вот этот замок, но как бы это мои личные заскоки. Они подешевели 330 шекелей где-то. Сколько это у нас? Чуть меньше. Около $100. По-моему, очень даже хорошо. Кожаные такие, они были дороже. Назад ботинок. Ну, в общем, классно, мне нравится. О, я сейчас видела шнурки, вспомнила, что мне надо шнурки взять. Детские, две пары. Хорошенько. Они кожаные. 200 шекелей за тут. Мне еще вот эта куртка понравилась, но она не кожаная. Она очень похожа на мою, только вот здесь заклепки. Она не кожаная, стоит так же, как моя кожаная стоила. $100. Ну, классная. Для тех, кто хочет веганскую кожу, вот не кожаная куртка. Видите, тоже у меня такая затертая, белая. Только без клепок. Ну, что красиво. Это по капюшону идет тушкан парка с мексиканским тушканом. Класс. А что, классно? Ну, у нас есть такая парка. Правда, без тушкана. Ого! Сильно. 500. 500 шекелей. А у нас тут еще один пес. Еще идет и играется. И в шлеечке. Чтобы шейку не давило. Смотрите, какая кофта. Джинс. Есть кружево. Какой гранж. В лучшем своем проявлении. Скоро у нас, кстати, начинается распродажа в Заре. Вернее, вот-вот уже должна начаться. Интересная штука, стоит 170 шекелей. Вот такая маечка. $20. Я думаю, хлопок и вискоза. Хлопка больше, вискоза меньше. С надписью put here whatever you want. Понимаете, да? Они мне уже указали, что я как пользоваться своим карманом. Слышишь, мам? Тут другая с моей написано put money in my pocket. Смотрите, какая джинсовая, это черная. А мне нравится, очень даже прикольно. Ну, как бы так вполне достаточно. Остается полюбки еще, она такая большая. Любопытная фигня. А это для любительных шорт. Посмотри вам на эти джинсы-шорты. А, это вместе? Джинсы-шорты, нет, это вместе. Джинсы-шорты. Смотрите, какая юбка. То есть вот эта часть джинсовая, а дальше вот такая вот юбка. Вот она. У меня вот такая юбка, только где джинсовая, просто углами была на помолвке, наверное, 12 лет назад. А теперь джинсовым вариантом. Мои мартинцы посмотрели сейчас на эти ботинки и скривили такое лицо, сказали, фу, фальшивка, подделка. А, вы видели?
Вот я принимаю все, что угодно, но не подделки, не в стиле, не, ну, не то. Вот эти реплики, это ну, не то. Это выглядит жалко. На мою мнение. На мое фиговое субъективное мнение. Не более того. А тут, смотрите, какая кофточка. Вау. Пес завершил покупки и отдыхает. Совсем не моя стихия. Мак. Какая-то у них новая коллекция. Выглядит потрясающе красиво. Красота. Мама покупает смешные тапочки. А я очень люблю зимой. Мне лучше всего зимой. Я обычные домашние ноги. Ну, это тоже красивые черные, у них нет такой роли. А у меня вот шнурки, это единственное, что я нашла. Просто у нее коричневые такие ботинки, и там розовые шнурки были, бантики, ленточки. Одна вот эта ушла, поэтому вот розовые другие. Розовая подошва и розовые шнурки. Иди найди теперь розовые шнурки для детской обуви. Только вот такие. Какая странная система, по которой это. Но я надеюсь, что я применю всю силу своего интеллекта и сделаю это. Детских, что ли, нашли? Мама, и 35 размер. У меня 39. Мои эти больше даже, чем твои кроссы. Я нашла какой-то интересный лак у Джейди. Мы зрались, когда видишь, о, а это я. Вот эти метеориты красивые, дорогие. Дошло. У меня есть все. Кстати, первого здесь больше нет. И вот такой у меня тоже есть. Метеориты тоже есть. Первый, второй, третий. Четвертого у меня нет. Но сейчас у нас вышел четвертый, больше его нету. Теперь хочу у мамы есть вот такая фигня с золотом. У меня нет, надо купить. Говорят, хорошо работает. А вот, вот эта вот база метеоритами дико забивает поры. Корлум. Называется, здесь был пес. Ворона. Ну, угостился немножко стульчиком. Еще один пес в шубке. Такой забавный недофранцузский бульдожка. Цветы. Нет. Сладкий. Такой забавный недофранцузский бульдожка. Цветы. Нет. Сладкий. А с другой стороны сидит большой-большой. Красивый. А вот маленький. Большой. Ну вот я пришла домой. Здесь мой пакет. Давайте я вам покажу, что я сегодня купила, потому что... Ну, в общем... Без потому что, без предыстории, вы все видели. И завернули в бац, в пакеты. Оливковое масло. Оливковое масло, если кто-то не знает, как правильно выбрать оливковое масло, выбирайте по низкому кислотному числу. Вот здесь оно написано. 0,5%. Бывает 0,5, 0,8, 0. Не 0, а бывает уже 1, бывает даже 1,5. Чем ниже вот это кислотное число, тем больше это холодный отжим. Чем выше это кислотное число, значит, эти оливки уже, знаете, жмякали горячим отжимом. Это уже не так хорошо. Я взяла это, по-моему, испанское. В общем, тоже Средиземноморье.
Было еще израильское, но израильское было 0,8 за эту же цену, этот же объем. Поэтому итальянская победила. Так что здесь пудра. Моя любимая пудра от Pupa. Сегодня она тоже на мне, как очень часто, очень много. Вот такая вот. Все ее 100 раз знают. Показать вам, что ли, в очередной раз. Вот. Таким образом выглядит. Вот таким вот образом называется. Запеченная пудра. Я взяла опять номер 04. Сейчас, кому интересно, в Суперфарме там есть специальные скидки на Pupa. И она за 65 шекелей. Почти как в Европе. Цена. Дальше два лака для ногтей. Это Салли Хансен. У нас они вернулись из гелевой линейки. Мама их прикупила, а я себе, знаете, взяла попробовать, Потому что, ну не знаю, я не дружила как-то с гелевыми лаками из этой линейки. Они сейчас по 44 шекеля за лак для ногтей. Это просто как серпом по яйцам, я вам скажу. Ну, два вот таких вот цвета. Видите, один такое золото. Название у него интересно. Как? Название не особо интересное. 510. Game of... И номер 560 Spice Age. Вот. Spice или Space? Space. Вот. Видите? Вот этот красивый. Я вот задумываюсь вопросом. Я в этом втихаря, знаете, только посвочила тут там. Ничего вроде бы. Посмотрим, как это будет на ногтях. Ну, блин! $12 за лак. Это просто... Это варварство. Золотишко тоже благородное такое золотишко, слегка с серебришком. Посмотрим, что будет. А у меня вот, видите, ногти, ну вот 10 дней маникюру. Ничего не скололось, ничего не отвалилось. Ноготь отрос, надо делать маникюр, ну вот 10 дней. Так что из вот этот гелевый лак от Салли Хансен к нам он пришел на полная цена 70 шекелей. Это почти $20. Мама моя купила, а я взяла на попробовать. Так что вот, дорого безумно. Следующее из раздела парадоксов. Купила две детские кофты у нас в фирме Fox. Третий размер, ну то есть 3 года. 50 шекелей каждая, вторая за полцены. Четвертый размер стоит уже 80 шекелей. То есть это 50, а четвертый 80. Вы понимаете, да, это... Вот это, значит, выходит $13, а там уже, соответственно, 20. Как? Я не могу понять. Ну, короче, вот. Это вообще нонсенс такой. Это странная вещь. Но, видимо, будет нужно покупать, когда размер больше. Я больше не буду покупать Fox. Я буду покупать либо где-то совсем-совсем по скидкам, либо передувеченным. Там такого разброса цен нет. Я тут обнаружила, что я в прошлом году выбросила всю свою верхнюю одежду вот типа вот таких вот... Футеры, то, что называется, да, свитшоты и все остальное как-то повбрасывала, мне надоели, какими-то стали уже не то, а новые купить забыла, не купила, и вообще зачем мне летом они нужны, и сейчас я поняла, что мне надо надеть какую-то дома штаны есть, кофт, нет, майки только, и я ненавижу капюшоны, то есть я люблю капюшоны, но не для одежды дома, они мне мешают, как-то это не то, это для стиля, прикольно, ну а так вот без капюшонов, одну в кастро откопала, остальные все тонкие или очень дорогие. Вот такую вот купила за... Сколько она стоила? 60 шекелей, что ли? Взяла даже третий размер. И мне понравилось, что там, опять же, 93% хлопок и немножечко полиэстер. Потому что остальные, я смотрела и в Заре, и в Манго, и в Пул&Бир, половина какого-то непонятного... Как бы полиэстер 60%, хлопка 40%. Ну, как-то это не то. Поэтому вот что у нас здесь написано? Ничего интересного, да? Да, потому что иногда такое напишут, я всегда читаю надписи, а то идешь, да, у тебя там написано «I'm sexy motherfucker» или что-нибудь в этом роде. Прикупила тот самый лак от Джейд, который вам показывала, видите, он вроде бы, как, вот там было хорошо видно, да, вроде бежевый, но там какие-то, как осколки слюды какой-то, вот интересно, это не блестки, а вот такой вот, какие-то гелевидные штучки, вот эти странные шнурки, сейчас будем разбираться на семейном совете, как их правильно использовать, очередные недорогие очки для мужа,
Вот что это у нас? Это, по-моему, да, Портофино. Дают еще очки, да, $15. И к ним дают футляр еще. По-моему, футляр сам столько стоит. Ну, в общем, недорогие авиаторы, обычные, пусть потеряют еще одни. Потому что они это пойдут мне. Обычные очки. Вот. Да, с зеркальными стеклами. И каждый раз, как я показываю недорогие очки, мне говорят, что нельзя носить недорогие очки, потому что портятся глаза, потому что у них нет защиты от ультрафиолета. Я делала этот тест для очков на защиту от ультрафиолета несколько лет назад и показала то, что защита есть и у тех, и у других одинаковая. Кому интересно, я ссылку оставлю внизу, если не забуду. Если забуду, напомните. Потому что там этот тест показал наглядно, что защита есть, что на дорогущих очках, стеклах, что на дешевых. И еще я прикупила себе вот такую юбку джинсовую. Я искала давно подобную юбку, потому что у меня есть такая темная. Я хотела свет. Ну, конечно, скидка говняненькая, я вам скажу. Вместо 200 шекелей 160, но я очень давно такую искала. И она не очень тонкая, не очень толстая и красиво, на мой взгляд, драпируется. Я, кстати, не мерила. Это 38 размер. Ну, по логике вещей я должна влезть, если они ничего там с размерами не намухлевали, потому что это мой размер. В общем, вот. Такая вот. Да, это солнце. Я вам скажу, да? Да, это солнце. И джинс достаточно. Вот с такими юбками это проблема, потому что если джинс слишком тонкий, она будет как тряпка. Если он слишком толстый, вы будете как баба на самовар. Здесь, по-моему, как раз баланс. Надо немножечко ее, да, чтобы она пришла в себя, потому что она помялась, пока тут и уехала. Застегивается, видите, она на талии, и от талии вот это все дело идет. Вот край вот такой, как будто он был зашит, его распороли. В общем, очень даже и классно. С карманами все как положено. В лучших традициях стиля гранж. Ну вот и все, да. Все, отстрелялась, готова. И все. Я надеюсь, что вы будете завтра здесь же, на этом же месте, потому что я-то точно буду. Это уже проверено годами. Так что присоединяйтесь, подписывайтесь, проверяйте мой Инстаграм, подписывайтесь туда. И увидимся в следующих видео и на других моих каналах. Всем пока-пока!